такая интересная ситуация сложилась на Ютубе, когда мало того, что списывают просмотры, мало того, что списывают лайки, видео просто висит мертвым грузом, ты сбрасываешь какой-то ролик, и этот ролик не набирает вообще ничего. Причем заходишь в те же самые Одноклассники, ты видишь, что там было несколько просмотров, несколько даже переходов по ссылке, но тем не менее динамика по роликам плохая. Хотя предыдущие ролики, старые, там годичной давности, полтора годичной давности, сейчас набирают все больше и больше просмотров. Вот. Но что бы хотелось сказать, отследить это мы, к сожалению, никак не можем, кроме тех инструментов, которые нам разрешил пользоваться Google. Но и им доверять особо не приходится, потому что получается так, что, ну, допустим, вечером я проверяю новый, запостил ролик, загрузил, вот, в соцсетях его раскидал. Я захожу вечером, смотрю, там, допустим, было, ну, 5-6 просмотров всего. Вот. На утро 2-3 просмотра даже на таком маленьком количестве списывается. Вот. Не говоря уже о том, что ролики, которые там, допустим, недели 2-3 назад были, у которых под сотню просмотров набегало, вот, заходишь через неделю, смотришь, там 60, ну, там 30-40 просмотров было списано. То есть это вообще какая-то странная ситуация, вот какой-то странный счетчик, я не знаю, какими алгоритмами он пользуется, как он считает. Сначала идут просмотры, потом они куда-то пропадают. Точно так же и с лайками. Самое что интересное, дизлайки никуда не пропадают, пропадают только лайки. Люди лайкают, через определенное время у меня минус 1-2 лайка идет на видео. Хотя их там тоже так особо было немного. Я думаю, что администрация с этим как-то должна разобраться, как-то на это повлиять. Может быть, какие-то новые алгоритмы будут по продвижению видео. Хотелось бы, чтобы были какие-нибудь группы, потому что видео с уходом, допустим, Google+, видео продвигать, я не знаю, бесплатно стало очень критично. Вот. Многие на это жаловались и жалуются по сей день, но массовое списание, массовые вот эти вот, допустим, списание подписчиков тоже, когда Google провело какое-то исследование, они там взяли у кого-то до 500 подписчиков скинули, у кого-то там 50 подписчиков скинули. Набрать те же самые 50 подписчиков без накруток, без ничего, очень проблематично. Поэтому я не знаю, если так ситуация продолжаться будет дальше, ну просто у многих отобьет желание вообще что-либо делать на Ютубе. Пишите в комменты свои наблюдения, что вас бесит, что вам не нравится, как вы с этим боретесь, как вы можете продвинуть свое видео, вывести его в топы, как вы можете не опустить руки в данной ситуации. Всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, до новых встреч!